С начала действия особого противопожарного режима в лесах автономии уже зарегистрировано 39 возгораний. 5 только за прошедшие сутки. Также 12 раз фиксировались палы сухой травы в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях. Масштабных происшествий в городах и селах области не допущено. У спасателей достаточно сил и средств для борьбы с пожарами. Также МЧС ежедневно ведет мониторинг обстановки. В ближайшие дни погода в регионе будет ветреной и ситуация может осложниться. Я хочу напомнить, что на территории области установлен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено использовать открытый огонь, в том числе для сжигания травы, мусора, даже для приготовления пищи в мангалах, в жаровнях. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Предупреждение не предусмотрено.